Богоблаженный и премилосердый Отче наш Серафиме, ведущий Тя и по смерти, яко живо суща, с верою припадаем Те и вопием, не забуди убогих Твоих до конца, но милостивно призри на стадо Твое духовное и упаси е, добрый пастырю, благоприятными Твоими к Богу молитвами, и спроси нам от Господа время на покаяние и греховные жизни исправление, весь ибо вся немощи наша душевная, не има мы дел веры и спасения, не има мы ревности ко истинному богоугождению, пренихомся умом в погибельных страстях, растлехом сердца во гнусных похотях, что убочаем и на что надеемся неключимии, разорившие храмины душ наших. Ей, святый Отче, простри молитвенно руцы Твои ко Господу и умоли Спасителя рода человеческого, коснутися благодатью окаменелых сердец наших, омыти нас слезами покаяния, возоставите в вере, укрепите во благочестии и вся полезная ко спасению даровати, не посрами упования нашего, еже по Бозе и Богородице на Тя возлагаем, но буди нам скорый помощник, утешитель в скорбях и покровитель во обстояниях, да сподобимся молитвами Твоими наследовать и Царствие Небесное, и де же все святые непрестанно славят и воспевают пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.